Так, вышли, такой домик прикольный. Тут просто рисунки, а мне издалека казалось, даже не знаю, что это. Прям какие-то чердачки. Вот, памятник князю. Королю. Королю Данила Галицкому. А, кстати, Львов основал именно Данила Галицкий и называл его город Льва в честь сына Льва Даниловича. Так что вот, мы знаем теперь такой Львов. Перешли мы улицу, смотрите, какая красота. Церковь Святого Андрея. Сейчас я иду, а то остановка мешает. Ну, 6 вечера. Все уже по домам идут, и дождик тоже начинается. Идем мы вперед, вперед. Сейчас справа такое здание красивое. Покажу вам. Как раз прячемся мы от дождя. Рыцари, держащие балкон. Вообще красота. Вот, и львы. Ну, город Льва. Льва, сына короля Данила. А, дождяра, тревога. Какое настроение львовское. Просто вообще, мы уже все мокрые, но все равно идем вперед, и тревога. Зашли вот в самое такое, одно из самых топ-4 самых старых, как это, закладов Львова. Заклади. Ресторанов, можно мест, сказать. Мест. Львова. Наташа тут увидела такой туалет классный. Сейчас пойдет, вам его покажет. Я просто уже уселась так. Ой, из гостей ехали, засиделись, и Наташа захотела мясо покушать. Заказали здесь свиные ребрышки, и сейчас она заберет и покушает в номере уже. Готовить. Наташ, пожалуйста, ну давай, вот такой вот классный просто. Ой, интересный интерьер, ресторанчик, вообще интерьер. А там вон пчелка, давай, держи. Да, сейчас хочу приблизить. Говори. Там пчелка, вот пчелка. А это вот туалет. Сейчас мы пойдем в него. Туалет как шкаф в стене. Да, тут музыка играет. Я, конечно, сумасшедшая, второй раз в туалет захожу. И смотрите, опа. Значит, тут вешалки, вот висит рубашка. Запах обалденный. Вешалочки. Зашла я в шкаф, получается. И вот, пожалуйста, туалет. Один туалет и второй туалет. Все такое в сотах сделано. Здесь такой как овес, или да, овес, наверное. Вот, видно, что так уже немного потрепанные жизнью эти унитазы, раковины, рукомойники. Но при этом такая фирма, там Old England, вот, рукосушарка, все, крючочек вообще. Ну, а лампа как сделана, классно. Даже перекрывается, я не знаю, привет. Вот один такой туалет. Ой, смотрите, какая плиточка вообще. О, привет. Да, вообще, так сделано, обожаю, когда туалет сделан так со вкусом. И обалденно классно, вообще замечательно, класс. Тоже вот овес так сделано. Ну, класс. Так придумать, и вот смотрите, как оно смотрится.
То есть я зашла в шкаф, а здесь не шкаф, а здесь туалет. И вот сейчас я выйду. Вот, пожалуйста, выхожу. Вот, пожалуйста, Ромашечка, привет. Сделала обзорчик туалета. Отлично. Медовухи, хреновухи. А что-то здесь по это, попить они пишут у нас. Здесь очень много всего. Коктейли называются пенициллиновый этот. Вот смотрите, например, пенициллиновый этот. С креативом подходят люди к этому. Пенициллиновый шершень. Что тут входит? Медовая виски, имбирный, фреш, лимонный, что? Лимон, потом что-то еще, виски. А вот все варианты. А, это разные эти, сеты, компанейский, казацкий и мягкий это сет. Настойки, настойки. И смотрите, да? Фирмовая, вишневая, облепиховая, липовая, перцовая, хреновка, медовая, виски. Может, надо попробовать. Яблочная, что-то. Яблочная, калиновка, на самогоне, на грапе. Ну, в общем, выбор такой неплохой. Возможно, накидаете лайков, Наташа зайдет и попробует вот все эти вот коктейли. Ну, не, я с ума Наташа сойду. Нам нужна живая. Да. А потолок ты показала, как классно, тоже как соты сделано. Ну, как же показала, если телефон а. Сделано, конечно, обалденно. Классно. Такой бар, да. Да, он самый больше работает, да, дольше, по-моему, девушка сказала. Да, нас сюда спросила. Да, где у вас тут можно поесть? Нас сюда и послали. Где настоящая украинская еда? Где кебаб? Где шаурма? Я не понимаю. Все закрыто. В чем проблема? И вот мы пришли в украинскую кухню, да? Лето, народ, лето, погода. Да. И шапочка. Угу. Лето. И нормально, и раздеваться не хочется. Холодно. Смотрите, в чем вообще мы одеты. Куртки в теплой. Ну вот такая пока львовская погодка, зато хорошо дышится после пустынки, очень хорошо. Да, все зелено, красиво, чистенько. Ага, це вже нам за... Да. Дякуємо вам, дякуємо. Вже принесли мені замовлення, реберця. Зараз буде розпаковка, але вже це, в номері. Газ до груп, я навіть не знаю, що це. Скільки тут нам обійшлось? Скільки? 295. Страшные. Нет, это мой чек. Чек мой. А смотри, как приносят, в какой штучке прикольный. Опа! Опа! Все, идем. Да, все. Идем спать. Идем. Не, кушать и спать. Наташа, кушать и спать. Это мое. Это мое. Все, идемте. Спокойной ночи. Так, ну принесли уже пакетик домой. Так, что у нас здесь? Ага, вот так вот запечатано. Ну, сейчас подождем Наталеньку. Она будет все распечатывать. Тут все знаки. Газдогрупп, смакуй життя. 24/7. Ну, понятно. Отличненько. Сейчас будем пробовать. Так, Наталенька уже в халатике. Проверили коробочку, чтобы там... Что это? А, это салфеточка такая? Одноразовые приборы, я так понимаю. Не-не, черная салфетка. Мне же нужна салфетка. Шторки задернула, такие шторки прям царские. А ты видишь, вот эти, я не знаю, как эта штука называется, покрывальце тоже в таком же... Покрывальце сегодня пригодится. Буду укрываться, бо холодно. Но сейчас мне как-то ничего не плохо. Так, за этим... За макияжным столиком Наталенька будет. Вот, Наталенька проголодалась. Шерты. И в 11 решила заказать себе мне свиные ребрышки. Хочется. Сказала, что нужно мясо, а то она будет где нервничать. Где еще поесть? А ну что это такое, покажи. Вау. В смысле, это ребра? А ну, не можешь пошарудить. А мы точно ребра? Ну это же, это такие ребра здоровые. Так это что за просто или это корейское? А ну сейчас попробуем. Нет, это за деньги, это не просто. Я понимаю. Две Наталеньки точат еду. Так, а ну, давай. Как раз прекрасная травка. Надкуси мяско, чтобы узнать вкус. Надеюсь, рекомендую. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, вроде так очень даже выглядит. И хлеба надо. Очень смачненько, вкусненько. Правда, готовили минут 20-25. Недолго. Не, она сказала, треба почекати. Може, оно нужно просто было это. Ну, сколько? Минут уже замариновано, готовено. Ну, 25, да. Ну, что? Очень вкусно. Я не понимаю, какой это маринад. Такой кисло-сладкий. Ням-ням. И посмотри, какое оно. Прямо это, мягкое. Ну, да, прямо это такое ребро. Вот. Я думала, сейчас ребрышки такие будут. Я думала, сейчас такие ребрышки такие, ну, как в супчик бросают. Ага. Тут ребрышки в порядке. Ну, тут цена меньше $10, кстати. 295.
Ну, да. Не, ну нормально, в центре Львова, а в центре Киева бы стоило бы 500, в два раза больше, я так думаю. Очень Тем более, было одно место, которое вообще открыто. Ну, правда? Кстати, гарнир. Сегодня будень. Я думала, все-таки, ну как? Ну и хорошо. Моё понимание. Гарнир зачем? Мясо нет, я нормально, понимаю, белок если не я поправишься. Поесть, да? Ну хотя бы... Ты заказала Роберти, вот Роберти. В чем проблема? Ну не знаю, вот у нас... Гречки не хватило. Там должно еще картошечка там быть, или вот... Я согласна, да. Ну, очень бы такой соус. Картошечка там, ну, 11 вечера, наверное. Да я не про 11 вечера. Картошечка. Я про суши. Роберти, ребрышки. Ну, аромат шикарный. Человек наслаждается жизнью. Реально вкусно. Угу. Народ, а кто у нас сегодня кушал после 11? Вчера-то точнее. А снова, господи. Тот народ, я. Ставьте лайки. Ну, кто кушал, тот с Наташей. Тот большой ну, Наташа. Здоровочка. Ну, в общем, все очень вкусно, классно. Все. Я уже, я думаю, цель спать, а Наталенька наслаждается жизнью. Да это правильно. Что это правильно. Молодому развивающемуся организму тут делать нечего вообще. Ставьте лайки. Полное разочарование. А вот теперь разочарование, смотрите. Я-то думала, что это два куска реберца, а это картопля. Одно картопля, одно ну, вот это... Ну вот тебе и углевод, с одной стороны, не гречка, но картопля. Ну тогда да, тогда за одно реберце, это дороговато. Ну это не одно реберце, это 295. Вообще-то раз, два, это три реберца, по сути. Ну вот это ж кость идет. Ну только что попробовала, реально вкусно. Скажи. Реально вкусно, класс. А ты картошечку попробовал? Не, картошечку не буду, это углевод, попробовала, ну вкусно. Ничего не могу сказать. А как он мне так под... это... один вид был? Картошка тоже вкусная. Такие рекомендую. Рекомендую. За такие деньги так. Да. Рекомендуем, но видите, реберце вышло одно. Да. Ну, одно большое, скажем так. Ну, классно, да? Скажи. Да, мясо вкусное, мясо вкусное, мясо вкусное. Все, приятного аппетита и всем там спокойной ночи, доброго утра. Смотрите видео, ставьте лайки.